с игроком. Ну, в общем, с нормальным игроком. Ну, видимо, либо он с перепоя, либо я с перепоя, или все тут вместе, короче. Ну, играет он нормально. И чтобы мне его выиграть, потребовалось попотеть. Ну, в общем, на данный момент я захватываю точки, как обычно. Сейчас он припрется, короче. Ну, хитрый жук, я скажу. Такой. Сразу видно по почерку. Хоть он и потерял, вот, ну, наверное, я думаю, так где-то отрядов 6, наверное, он слил. Ну, а я не скажу, что это нуб. Нет, это далеко не нуб. Извините, ребята. Я тоже вон, ну, увидите, короче. Я тоже, вот. Я десантников слил из-за того, что я в мышке запутался. Ну, все. В мышке запутался. Представляете? Не знал, куда нажать, блин. Бывает такое. Находит. Ну, в общем, здесь он наступил. Потому что играет в два Кокенкрада. У него пока отрядов мало. Вот он, побежал. Бежит. Я фокусируюсь на отряде без Гейвера. Потому что они более такие, ну, как бы беззащитные. Не знаю. Ну, в общем, я здесь кое-как успел среагировать и убежать. Тут я, ну, свеженький отряд вывел. Я его далеко никуда не веду, потому что одним отрядом я ничего не сделаю. Я его в зеленку поставил. Пускай он там встречает нападавших. Пока вот. Но даже успею убить у него один отряд. Один отряд убил. Вот пополняю отряды, и еще один у меня на выходе. Скоро. И сейчас вот этот гуртом нападем на него. Инженеров сейчас просру. Не мог выделить мышью инженеров. Представляете? Тыкал. Блин. Ну, зоопарка такая. Представляете? Не мог инженеров выделить. Хорошо, хоть еще и стрелков-то не потерял, блин. Значит, дал приказ убегать не тем отрядом, а другим. Ну, в общем, беда. С контролем, короче, беда, конечно. Ну, не всегда. Хорошо, что хоть собрался после этого. Начал нормально контролировать. А он вот, он тоже расслабился, смотря на мои потери. Он такой: а я с нубом играю. Хуй тебе, а не нуб, блядь. Козел, блядь. Он по рангу-то выше. А нихера себе, он в два, блядь, в сотенку ходит, блядь. Нормальный такой пацанчик. Ну, в общем, а
А сейчас, короче, он основными этими отступил, чтобы там строить себе, короче, на базе, значит, продакшн, где он может заказывать асы. Вот, здесь он проебал отряд. Это для меня, конечно, неожиданность. Ну, блядь, заварухи особо не было никакой. Уж мог бы, наверное, проконтролировать-то. Ну, видимо, занят был на базе чем-то. Ну, в общем, ладно. Это его дело. Проебал. Он уже, блядь, 3 отряда проебал уже на данный момент. Вот. Мне-то и лучше. Мне что? Мне нужны лучки отрядом. Вон. У этого отряда 3 убитых. Вот у этого 2 убитых. Ну там еще по 2 убитых. И лычка будет. А лычка — это сразу преимущество. О! Лычку получили, 5 убитых. А лычка, она дает, короче, ветеранство, это называется. Она, короче, дает точность в стрельбе, значит, и, ну, в защите, короче, бонус. Ну, в общем, лучше лучными воевать. И главное, их не проебывать. Самое главное, если уж тебя отряд заслужил ветеранство, так береги его, как зеницу ока. А вот у меня вот, ну, дальше вот. Сейчас десантников спущу, блин. Они у меня даже лычку заработали и сдохли. Слишком долго кидали гранату. Представляешь? Вот. Так кидали. А им, ну вот, небольшая затупа в игре есть. Вот когда вот закажешь, допустим, какому-нибудь отряду кидать гранату. Вот. Он еще не кинул, но ты уже передумал и нажал ему отступить. А он пока не кинет гранату, он не отступает ни хрена. И вот пока он не кинет, так и будет там дрочить, блин. Ну, игра, ну, что? Ну, не совершенная. Ни для меня, ни для него. Вот он испугался гранаты. Все, он уже понял, что я гранаты кидаю. Вот, у него ас, короче, выехал. Ас — это по-английски АЦ. Armored Car. То есть бронированный автомобиль. Вот, он дешевенький, он, в принципе, мог бы его быстрее намного выпустить. Не знаю, что он тупил. Ну, видимо, я территорию-то все прибрал к рукам. И, видимо, не хватало у него. Либо по ЛЭ, ну, по личному составу просел. Да, в принципе, у меня тоже ЛС не хватает. Вон. В данный момент, вот сейчас я мышка проведу здесь. Вот это вот ЛС. У меня его мало. Мне еле-еле хватает пополнять отряды. Так и у него, в принципе. Вот я десантников спустил. На левом краю. Для отвода глаз. Потому что я знаю, что у него ас сидит в середине. Я думаю, пойду точку ему буду обрезать. А он на них клюнет, короче. И так и получилось. А у него-то аж 2 аса-то уже. Представляешь? А я в этот момент на центр напал 3 отрядами. Вот. И как бы...
И смог даже липучку закинуть в один раз. На, получи, гад, блядь. Обездвижен. Ну, сиди, блядь, сука, ремонтируй, блядь. Козел, блядь. А он бежит, бежит, бежит с автоматами. Сейчас ему гранату, гранату ему. На, нахуй, блядь. Пиздец, блядь. Вот это вот... Вот потеря, потерь, блядь. Вот у него тоже, значит, отряд пролыченный. Ну, как бы там... Скорострельность у него была прокачана. Да еще и с автоматами, блядь. Потерял он его, блядь. Пиздец. Это обидно. Это очень обидно. Очень. Но он, смотри, он... Все равно он не сдается. Он верит в себя. Он думает, что он меня ебанет. Ну ты знаешь, я был близок к проигрышу. Если бы не мой гигантский опыт. Ну в общем, я даже не буду стесняться этого слова. У меня опыт действительно гигантский. Я, блядь, так пантеры его развел, это пиздец, нахуй, блядь. Он даже, наверное, охуел, блядь. Просто, блядь. Пантеры, блядь, убить, нахуй. Ну, у него доктрина такая. Ну, в общем, он контролирует точки, минирует их, а потом вызывает пару пантер, блядь, которые решают все дело, блядь. Хуй тебе, блядь, нарыло, блядь. Во. Понял, блядь? Знаю я вашу, блядь, фашистскую сущность. Вот смотри, граната, граната пошла. Оба-на. Дыщ. Ну, далеко не разбежится, блядь. Солдаты стоят в зеленушке. Вон, второй отряд лычку получил. Эту двоечку на базу, нахуй, блядь. А этим стреляем просто по асам и из винтовок. Асы, они хоть и хоть и называются бронированные, но винтовки их прошибают. Так, секунду. Пушку я ему здесь не отдал, нифига. Он так хотел пушку. Не, ну граната, конечно, рулит. Пушку сразу нам... Новое место дислокации. Это я еще бара не качну. Сейчас буду качать бары. Бары. У меня уже отряды с лучками. Я вообще предпочитаю хоть десантникам, хоть стрелкам. Вот. Самое серьезное оружие выдавать только после того, как они заработают лучки. Потому что с лычками, да еще и с апгрейдом на оружие, это вообще Геракл. Вот, посадил, короче, в домик солдатов для обзора. Ну и для того, чтобы подольше обороняться.
минку поставил. Вот это сейчас минус играет роль. Посмотри. Вот здесь вот я минус ставлю. Вот, за домом. Сейчас вот этот крендель поедет. Вон он, поехал, поехал там. Тут я, короче, держу оборону, кидаю гранаты, убегаю. Пушку эту не отвожу, а мне ее, в принципе, не жалко, пускай она помирает, блин. Фиг с ней. Ее всегда можно занять. Вот, солдаты в домике выполнили свою функцию, а на мине он подорвался. Сейчас я его пойду добью десантниками. Сейчас десантники его добьют. Оба! И все. И хана ему. Сейчас сделаем шерманы. Будем делать шерманы. Лички не хватает. Вот. Бензин завалился, а лички нету. Тут у него перевес, я убегаю. Я еще гранату успел бросить. Чувствую, что надо бары качать. А бары это вот ручной пулемет. Вот он. Начинаю качать бары. Потому что пехота у него сильная. Пехота сильная. О, пушку там долбит мою. Не нравятся мои пушки ему. Сейчас, а он-то еще не знает, что у меня есть бары. Для него это будет сюрприз. Вот он секторку включил. То есть обстрел вот этой площади центральной. Тут, то есть туда мне нельзя заходить. Нет. Пару минут. Ну что, блин. И там, и тут. Вот успеваю реагировать только. Вот здесь я... Вот десантники у меня сдохли. Тогда они долго кидали гранату, что они даже убежать не успели. Капец. Глаз да глаз нужен. Тут, когда еще пьяно сидишь и играешь, какой тут глаз. Чего тут? Да ладно. Это я сейчас комментирую уже после, когда записал.
В игре это не для комментирования. Тут я смотрю, точку отжимаю, думаю, пойду гранату кину. Фиг. Не дал он гранату кинуть. Он сразу же был. Чех. А потом еще и за мной погнался. Гад. Я вот инженерами здесь мины расставляю. Короче, у меня вышел танк. Тут надо убегать. Ой, тут тоже надо убегать. Все. Короче, танк мне поможет. Ой, у меня десантники растеряли все базуки. Вон, надо пойти их собрать. Тут пополняю. Базуки собираем. А у него эти вот парнишки с автоматами базуки не могут подбирать. Потому что у них это... А если был бы простой отряд без автоматов, то они могли бы подбирать мои базуки. А с автоматами не могут. Потому что у них лот занят. Представляешь? Ну, тут я немножко гоняюсь на танке за его отрядами, которые решили точки поджимать. Против танка нет приема, кроме лома. Вот он минирует так точки. Это вот заминированная точка, она, если я ее начинаю захватывать, она взрывается. Это вот тактика ПЕшника. А с кэшем я надоел, блин. Его надо убить срочно. Вот я погнал танк. А эти гады, я им заказал носок кинуть. Ну, вот, стрелкам. А они так и не кинули. Вот. Уж вроде что там, казалось бы. Опять секторно. Тут отбил точку. Не судьба. Ну, продолжаем, короче. Так. Так. Точку снять не удалось. Ну, зато построил пулеметное гнездо на центре. Так, для проформы, чтобы случайно не захватил он там. Вот, там вдали кусты повалились. Это пантеры едут. Вот они. Ну, Шарман, это как расходный материал, в принципе. Главное в американской армии это пехота и пушки. Я для отвлечения
его внимание. Шерман, короче, нападая на его базу. Чтобы выиграть время. А время мне нужно для того, чтобы накопить личный состав для пушки. Потому что у меня пушки нет. Вот. Мне еще 100 личного состава надо накопить. Пытаюсь кинуть липучку. Этот понимает, что я хочу липучку кинуть. И не дает мне. Убегает. Я говорю, опытный гад. В общем, мне пришлось отступать. Ну, еще раз живую, прикинь. Долбом с носом. Ну, в общем, сейчас я пушку кину. Вот. Вот, кидаю пушку. Пушка, конечно, поувереннее. Вот. Я его встречаю. Короче. Залажу в домик. Ну, в доме все-таки там пехота чувствует себя, ну, получше. Сейчас. А он тоже в домик залез. А я ему гранату туда. И привет. Ага. Так, пушка у меня пасет пантеры. Шерман, стараюсь не подставлять. Прячу его за домик. Пытаюсь стрелками носок кинуть. Нифига. Убегаю. Они же нервы мины ставлю. Ставлю мины, где можно. Вот еще на другом конце домика хотел поставить. Но они не дадут. Не надо. Тут убегать приходится. Не, ну Шерман, конечно, по пехоте. Самое лучшее средство от пехоты. А вот пушка, вот. Вообще как-то кто-то сказал же, что танки с танками не воюют. А это правильно. Шерман должен воевать с пехотой. Пантера у меня пушки есть. Вот это вот. Залог успеха. Сейчас мы этим вот. Значит, мне получили лычку. Десантники. Мы им качаем базуку. Тут занимаем топливо. Тут секторный обстрел. Как-то я залез. По каким-то причинам непонятным. Во. Ну что, носок. А, тут я, короче, бреющий обстрел. Еще и гранату закину. На. Дыдыщ. И побежал домой. Ну, лычку. Еще одну лычку заработал. А с тремя лычками они вообще неубиваемые. Тут у меня инженер опять страдает.
Ну, носок. На, кину. Вот там кот. Носок кинул. Тут, короче, надо обострять. То есть одной пушки мне мало. Одной пехоты я пантеры не убью. Надо еще пушку. Я, короче, решил кинуть еще пушку. Пушку одну. Во. Я носок в вас закинул. И он сдох. А пушка у меня получилась для отвода глаз, короче. Чтоб у меня убежали десантники. Но она нанесла урон пантере. У меня еще и вторая. Да. Пехота, короче, что она мне? Сейчас пантеры поедут. Пантеры недолеченные. Побитые пантеры. Ну, Шерман там я тоже побитый. Но я его это. Вот на мину. Нарвались. Там у меня пушечка наводится на пантеру. Включаю бронебойный. Шерман поехал добивать пехоту. А пушка за пантерой. Я еще пушечку скинул. Ну, это он уже не знает, чем меня взять. Поэтому такая реакция. Посажу десантника в домик. Они его пантеру из домика достанут. А этими стрелками я эту пехоту добивать буду. Вот. И все. ГГ. Как-то так. Нелегко это было. Я скажу. На опыте, наверное.